Спілкуючись із моїми колегами, Ярослав Хотнянський прокоментував також своє звільнення з посади заступника Покровського міського голови. Тогда, когда я написал заявление на отпуск, я уехал, узнал о том, что сессия будет в пятницу. Я рассчитывал к пятнице вернуться, семью в четверг отвезти, в пятницу как раз быть уже на месте, на сессии присутствовать. Там были кое-какие проекты, которые мы должны были выносить на сессию. Потом, как оказалось, эти проекты не внесли, значит, повестку сессии. Но я рассчитывал в пятницу быть. Зная это, мы же понимаем, кто. Теперь понимаем, почему. Переносят сессию на четверг. Переносят ее на 10 утра. Потом переносят сессию на 8 утра в четверг. И вы обратите внимание, нет депутатов от Донецк-Стали. Потому что многие просто не знали. Явились только те депутаты, которые были подготовлены для того, чтобы принять те решения, которые было выгодно. Выгодно принять двум людям. Мы их знаем. Это Руслан Валерьевич и Сергей Сергеевич. И когда голосование происходило, когда все это обсуждалось, мне один человек написал, что воры и бандиты объединились против вас. А я перезвонил и говорю, это вам так кажется, что они объединились. На самом деле они всегда и были вместе. Просто очень выгодно показывать, что они врозь, так выгоднее управлять людьми. Потому что тот, кто против одного, тот получается за второго. И наоборот. Соответственно, это решение было принято ими двумя. Эти решения проголосовали, никак не оформили. Ни я, ни Инна Валерьевна не видели этих решений. Сотрудников сейчас будут заставлять что-то там писать. Я думаю, что они примут правильное решение, они откажутся какие-то глупости писать, потому что за это потом придется отвечать. Но я подожду, я посмотрю, какие решения дадут. Я заключил договор с юридической компанией серьезной, уже есть адвокатские запросы. И если мне не дают эти решения, то, может быть, адвокату дадут это решение. Мы на него посмотрим, дадим ему юридическую оценку.